Друзья, всем привет! Я рад приветствовать вас на своем канале. И сегодня у нас речь пойдет о заборе. Вот мы делаем забор вдоль участка. И вот здесь вот у нас еще старый деревянный. И нужно доделать. Что мы натягиваем? Веревочку. Но мы уже натянули, забетонировали два столба. И будем приваривать уголок. Вот два уголка. Сейчас покажу, как мы это делаем. Сейчас пройду. Уголок мы сразу подготовили. То есть мы его еще на участке приварили. Вот сюда уголок, чтобы сварить-то тут. Ну, уже загрунтовали некоторые, покрасили. Все, сюда уже можно листы прикручивать. И сейчас вот сюда наверх приварим. А соединять мы будем вон с тем. То есть вот здесь пойдет. У нас угловой участок. И вот здесь вот. Вот это мы все наверху, вот это все разберем. Гараж. Переставим за баню, оставим там расстояние, и там будет дровяник. А тут все закроем забором. И будет прикольно. Если вы следите за моим каналом, то вы видели, как я тут косил. Трава подрастает. И в августе я опять проделаю всю ту же работу. Скошу. Соберу, погружу. И вон там у нас куча сена. Где она? Вот там. Все, и на зиму кроликам будет сено. Курятники я еще не доделал. Там еще небольшие есть недочеты. Но руки дойдут. Сейчас самое главное переставить, сделать забор и переставить гараж. Ну, разобрать вот эту всю херню. Сейчас низ прихватит. И начнем верхнюю прожилину. И такая тут история случилась. Собаки бегают. Одна собака и 7 щенков. И у соседей подавила двух. А двух съела. Ну, либо лиса, говорят, лису еще видела. Либо щенки эти, собака. А подавила, кто у него там? Индюки. Уже летать начинали, он только крыльями подрезал. И все. Вот на забор делать, чтобы всякая нечисть к нам не залазила. Ну вот привариваем верхнюю прожилину. И вот такой лайфхак. То есть, чтобы освободить мне руки, я привязал на проволоку. Тут у нас пасынки лежат. Они пойдут как фундамент для гаража. То есть, когда мы разберем старый забор, крышу, мы положим пасынки и на них гараж поставим. Ну все, мы в принципе приварили. Потом будем листы прикручивать. А мы с вами пойдемте приготовим кролика. Сейчас покажу, как я его буду мариновать. Сам забой показывать не стал. Вот, только что забили. Ну все, вымываю кролика. Я его помыл уже. Почки нам не нужны. Я их бросил в костер. Сейчас лишнее срезаю. А лишнее это сало. Вот
такое нам не надо. Мяско оставляем. Сало убираем. А там у нас бройлерочки сидят. Растут. Еле ходят. Так. Вот это убираемся. Так, возьмем приспособление. Чтобы было побыстрее. Это нам тоже не надо. Это можно было и в суп. Нет. Все. И вот такие кусочки. Это я потом еще раз все помою. Сейчас быстренько это все нарубаем. Так, вот это убрать лишнее. Птички летают. Нарезаем, отрубаем, лишнее убираем. Кролик был такой жирненький. Вот это нам не надо. Сала, конечно, много. Топором, конечно, намного быстрее, чем ножиком. Раз, два и готово. Так, есть. Сейчас заливаем это все пивом. Наверное, часик дадим, чтобы постояло. А пиво, газы, они расщепляют мясо. И поэтому получается вкусно. А потом мы это все еще поперчим, посолим. Так, есть. Одной мало. Давайте вторую. Так, все. Итак, оставляем на часик.
пакетом сейчас накроем. Все, ништяк. И вот так и ставим. Пусть маринуется. О, у нас часа два, наверное. Сейчас пиво сливаем. Оно уж что-то другим цветом стало. Тут и как раз и помоется. Все сливаю. Прям под кустик, под дерево. Так. И сейчас, что мы добавим туда? Чесночку. Чеснок свой. Молодой еще. Выжимаем побольше можно. Так, побольше чесночку, будет повкуснее. И сейчас поперчим и посолим. Такой перчик. Оп, перчик и нормальный. И добавим соли. И это у нас еще постоит минут 20. Соли можно побольше. Все это я сейчас все втираю. И минут 20 будет стоять. Ну все, друзья, прошло 20 минут. Все, тут у нас уже отлежался, замариновался. И на шампура пока одеваю, пока у нас доходит огонь. И потом вам покажу уже, что получилось. Все. Ну вот, друзья, мясо готово. Вот так вот оно у нас получилось. Снимаю. И можете поверить на слово, что оно очень вкусное. Какой запах чесночка, все это дело. Сейчас мы баньку затопили. Баньку пойдем уже шашлычком. Ну и все. Вам спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите комменты. Всем пока!